О главном за 60 секунд. В регионе стартовала вакцинация от гриппа. В этом году для поликлиник Тюмени закуплено более 230 тысяч доз вакцин препарат отечественного производства. В Вышемском районе появится селекционный центр первичного семеноводства. Он будет базироваться в сельхозпредприятии «Опеновское». Накануне его посетил губернатор. В центре Бердюжья открылась комфортабельная гостиница. Здание 70-х годов капитально отремонтировали, и теперь в наличии 8 номеров. Есть комнаты для людей с ограниченными возможностями здоровья. День знаний для педагогов провели в Умутинском районе. 200 учителей собрались на августовскую конференцию. Главная задача – постоянно повышать профессиональный рост. В Тюмени появился новый экстрим-парк. 8 площадок для тренировок на открытом воздухе открыли в микрорайоне Европейский. Площадка будет работать и зимой.